А ты знаешь, коронавирус напомнил людям о том, как важно соблюдать личную гигиену и часто, тщательно мыть руки с мылом, теплой водой. А еще я знаю, что европейские ученые рекомендуют мыть руки 40-60 секунд. 60 секунд – целую минуту. А вот российские сходятся на том, что достаточно и 20. Как же определить это время? Я вот где-то прочитала, что британцы придумали два раза петь во время гигиены рук «Happy Birthday». Знаете эту песню? Так вот, как раз выходит около 20 секунд. Католики читают «Отче наш». Славяне могут выбрать свое. От любимого стихотворения Пушкина до песен из мультфильмов детства. Коронавирус имеет низкую устойчивость к дезинфицирующим средствам. И вообще не любит тех, кто соблюдает правила гигиены. Проветривайте помещение, чаще делайте уборку в квартире, очищайте смартфоны и откажитесь от рукопожатий. Поэтому самое время наводить порядок на своей территории. Ну что, вы помыли руки? Между прочим, это мы переживем. Неприятность эту мы переживем. Коронавирус дал возможность родителям часто видеться и общаться со своими детьми и другими членами семьи. Тем более, что есть очень много полезных и развлекательных занятий. Читать хорошие книги, смотреть разные фильмы, играть в давно забытые настольные и, конечно, компьютерные игры. У папы есть возможность научить сына разным мужским премудростям. Например, чинить различные приборы, а у мамы женским научить дочку вкусно готовить или рукодельничать. Болезнь, вероятно, будет в заголовках в течение нескольких месяцев. Но это не значит, что нам нужно жить в страхе. Ищите мультфильмы и документальные фильмы о вирусах. Сначала смотрите их сами, а потом вместе с детьми. Будьте готовы отвечать на любые вопросы детей. Рисуйте вирус, лепите вирус, сочиняйте сказки, стихи, песни о вирусе. Надо с ним подружиться и приручить его. Коронавирус дал передышку Земле от деятельности человека, выбросов автомобилей, самолетов, электростанций и больших заводов, тем самым улучшая экологию нашей Земли-красавицы. Интересным фактом стали данные спутников НАСА и Европейского космического агентства, увидевших над столицей Китая удивительную картину. Чистое небо, без пелены промышленных выбросов, которые уносились далеко на восток, в Тихий океан. Впервые такую красоту можно было рассмотреть из космоса во время Олимпиады в Пекине в 2008 году. Чистое небо можно было наблюдать и в других странах из-за введения в них карантина, которое уменьшило количество транспорта и сократило работу предприятий. Коронавирус заставил работников жилищно-коммунальной службы выполнять свои обязанности, чаще убирать подъезды домов дезинфицирующими средствами. Такую же чистоту и порядок наводят во всех учебных заведениях. Перила лестниц, ручки дверей, в детских садах, школах и институтах блестят, как новенькие. В холлах и столовых – дозаторы с антисептиком. В туалетных кабинках лежит туалетная бумага. В каждом учебном кабинете
имеется специальное антисептическое средство для гигиенической обработки рук. Как здорово, что сейчас государство так заботится о нашем здоровье! Коронавирус переключил внимание людей со скандальных, пошлых видео и информации желтой прессы о личной жизни звезд шоу-бизнеса на свое здоровье, проблемы во всем мире и позитивные лозунги. Тему коронавируса стали эксплуатировать все, кому не лень. Коронавирус пробуждает творчество, в честь его сделали плакаты, книги и даже стихи. Закупил я гречки, взял окорочков, обошел я доллар на 500 очков, марлевых повязок, спирта и чеснок. Мне не страшен вирус никакой пока. Вытяжку заклею, телек и балкон. Все, не проберется мне зараза в дом. Коронавирус дал возможность зрителям видеть в интернете домашние концерты многих звезд. Артисты в непринужденной обстановке со своими близкими дарят фанатам свое творчество совершенно бесплатно. Певцы и музыканты тоже люди. В период глобальной эпидемии это особенно заметно. Звездам мировой сцены пришлось отменять концерты и турне, а их поклонникам теперь приходится отсиживаться по своим домам на карантине. Звезды запустили акцию Together at Home. Под этим хэштегом объединены концерты популярных музыкантов, среди которых Джон Леджен, лидер группы Coldplay, Крис Мартин, Ки и Чарли Пит. Список постоянно расширяется. Пин тоже провела прямой эфир уроков игры на пианино. Многие, сидя дома, занимаются творчеством, дают концерты, пишут и читают стихи. Быть может, самое время и вам попробовать онлайн-уроки игры на гитаре, научиться быстро печатанию, написать рассказ или, может быть, пройти онлайн-курсы фотографий. Проведите это время с удовольствием и пользой! Коронавирус увеличил количество просмотров официальных СМИ, телевидения и радио. Наконец-то! Так как информация от блогеров, желающих получить на проблеме быстрый хайп, может быть недостоверна, субъективна и некомпетентна, что может увеличить количество паники среди населения. В связи с последними событиями уже зафиксировали рост ТВ-рейтинга среди наиболее молодой аудитории до 24 лет, которая в основном увлечена контентом в интернете. При этом среди зрителей всех возрастов в эти дни вырос рейтинг новостных программ. Такая же зрительская активность наблюдалась во время распространения свиного гриппа в 2009-2010 годах. Группа исследователей трех университетов США проанализировала поведение жителей Мехико во время вспышки свиного гриппа в апреле 2009 года. Ученые пришли к выводу, что время телепросмотра обычно увеличивается со временем, когда человек сидит дома, когда люди были вынуждены находиться в социальной изоляции. Коронавирус порадовал школьников и студентов, так как в некоторых странах отменили занятия в школах и институтах, увеличили каникулы и сделали дистанционное обучение. То есть они теперь могут обучаться на дому. Вот и повезло. Президент Беларуси выступил против карантина в школах и переноса каникул. Александр Лукашенко считает нецелесообразным вводить в школах карантин, однако разрешил не вводить детей в школу тем родителям, которые боятся. Коронавирус подложил конфетку школьникам и свинью учителям. Чтобы предотвратить распространение болезни, сначала хотели перенести в этом году весенние каникулы пораньше, а пока в школах вводится свободное посещение и дистанционная учеба. Многие родители восприняли такой формат как личный вызов. Но все, теперь учить детей придется самим. А на днях Минздрав сообщил,
что считают бессмысленно переносить каникулы и вводить карантин в школах и садах, поскольку дети в большинстве своем не болеют коронавирусом, а если и болеют, то переносят болезнь бессимптомно. Коронавирус сократил туристические поездки в заморские страны и увеличил возможность бабушек и дедушек встретиться со своими внуками, которых они так долго ждут, чтобы накормить экологически чистой пищей и укрепить их здоровье на свежем, незагрязненном воздухе. И десятый, самый главный факт. Коронавирус привлек людей к библейской истине. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Теперь каждый человек с особым вниманием относится к здоровью окружающих его людей в общественном транспорте и на работе. Позитив спасет мир!